И снова здравствуйте, говорю я вам, мои дорогие друзья, подписчики, а также просто случайные зрители моего YouTube-канала «Криптоледи». Скажу сразу, что в сегодняшнем выпуске вас ждет знакомство с новой игровой платформой One World Nation, или же сокращенно OWN, основанной на NFT, которая запустила свою супер веселую и увлекательную игру под названием «Крипто Фэнтези», которая похожа на любую фэнтезийную игру, будь то футбол или же крикет, но только на крипторынках. Что, как по мне, уже звучит крайне здорово. Поэтому, чтобы погрузиться в данную тему с головой, я настоятельно рекомендую вам не переключаться и досмотреть данный выпуск до конца, так как впереди вас ждет еще много чего полезного и интересного. И да, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал и активировать колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе всех самых актуальных событий и новинок из мира криптовалют. Но сейчас не об этом, а о том, что One World Nation является крупнейшей P2P игрой, в рамках которой игроки могут зарабатывать до $250 в день. И что самое главное, зарабатывать все это в стейблкоинс, а не в каких-то отдельных игровых токенах. Что, как по мне, уже звучит крайне хорошо. Если же говорить о самой концепции One World Nation, то базируется она на своей собственной предыстории, которая гласит, что OWN установлен на планете под названием Криптон, то есть в том мире, в котором все ваши любимые криптовалюты оживают в виде воинов по имени Криптонит. Причем неважно, какую из себя криптовалюту он из себя представляет, биткоин, эфириум, солана или же другие, так как каждый отдельный криптонит представляет из себя NFT, доступный в 4 уровнях мощности, а именно общий, редкий, эпический и легендарный. Кстати, всего в рамках данной игры будет выпущено 4800 Genesis NFT, что, как по мне, немало. И что самое главное, то при наличии у вас 2 криптонит, вы имеете шанс создать себе еще один криптонит, коллекционируя их впоследствии для себя, дальнейшей продажи или же самостоятельного использования. Но, как говорится, на этом все основные преимущества и отличия криптофэнтези от других Play to Earn не закончились. Напротив, в криптофэнтези вы легко можете пройти наипростейшую регистрацию, использовав для этого как свою учетную запись Google, так и Facebook. Я же уже зарегистрировалась заранее, поэтому я просто использую те данные, которые у меня есть. Итак, как только вы попадете на просторы своего личного аккаунта, то перед вами откроется домашняя страница One World Nation, где много актуальной для вас информации, а именно ваш псевдоним, количество NFT, которые у вас были до сих пор на платформе или же в игре, текущий выигрыш и количество невостребованных билетов. На самом деле, сама игра и все принципы в ней также настолько просты, что с ней справится абсолютно любой игрок, то есть новичок. Ведь все, что от вас потребуется, так это выбрать себе команду из 5 криптонит. Сделать это можно рандомным образом или же опираясь на какую-то свою торговую стратегию. И только после этого отправить их в команду, после чего начать саму игру, чтобы впоследствии продвигаться шаг за шагом по турнирной таблице лидеров, которая, как мы видим, включает в себя не только топ-10 игроков, но и отображает количество очков и ранг каждого игрока, который играет в игру. И да, ваша команда будет показана в верхней части таблицы лидеров, чтобы вы могли всегда легко отслеживать свой счет. И что самое главное, благодаря активному геймплею, который составляет не более 10-15 минут, ваш выигрыш легко может составить и до $250 в день, что лично меня крайне впечатляет. Также наградами будут ежедневно вознаграждаться 3 лиги, среди которых будет распределяться призовой фонд, равный $2500 США, что, как по мне, опять звучит весьма здорово. Дополняет же все это и еще так называемые виджеты помощи, которые позволяют вам сделать быстрый снимок экрана и отследить не только движение токенов OWN, их волатильность, но и процент выбора токенов в самой игре. А еще в рамках криптофэнтези доступна программа «Купи сейчас, заплати потом», позволяющая вам владеть NFT всего за $29. И если я сыграю с этим NFT и выиграю, то 50% выигрыша я сохраню себе, а 50% вернутся кредитору NFT. Аналогичным образом вы также можете позаимствовать и 5 NFT на торговой площадке, либо же по возможности их сразу же купить. При этом для вашего удобства с левой стороны доступны фильтры, используя которые вы можете установить как фильтр на заимствование, так и на фильтр «Купи сейчас, заплати позже». А еще вы можете сортировать от меньшего к большему,
либо же установить фильтр на покупку по полной цене. И что самое удобное, вы легко можете купить данный NFT на этой торговой площадке, не переходя на какую-либо другую платформу, что, как по мне, очень удобно. Также не менее важным, и я бы даже сказала очень значимым фактором от CryptoFantasy является доступность этой игры как в рамках интернета, так и в мобильной версии на смартфон, что для многих, опять-таки, я думаю, будет очень актуально. И еще, помимо основного токена OWN, в игре будет использоваться еще один и внутриигровой токен под названием Live Games, или же сокращенно LFG, который пригодится вам для разведения и создания нового NFT. Ну и наконец, не могу не упомянуть и про Raffle Rewards, встроенную экосистему вознаграждений, которая позволяет вам помимо вашей активности в игре зарабатывать еще больше вознаграждений, получать всевозможные скидки и купоны на NFT, участвовать в лотерее и еще много чего другого, которая ежедневно разыгрывает призовой фонд на сумму аж в $1250. Тем более совсем недавно от команды разработчиков была запущена еще одна гиперказуальная игра под названием Crypto Prediction, которая также уже доступна для игры на смартфоне с операционной системой Android. Так что, дорогие друзья, не теряйте время зря, а скорее переходите по ссылкам, знакомьтесь и регистрируйтесь в приложении One World Nation и играйте в доступные от платформы игры, получая от этого не только эмоциональное удовольствие, но и приятный доход, который, напоминаю вам, вы всегда властны еще больше масштабировать и использовать себе во благо все имеющиеся инструменты вознаграждения. И да, не забывайте подписываться еще и на все официальные социальные ресурсы проекта, в том числе и на их Discord. Все ссылки на них вы, как всегда, найдете в описании к этому видео. Ну и, конечно же, загружайте себе само приложение One World Nation. Что ж, а на этом у меня, пожалуй, все. Искренне надеюсь, что вам понравилось данное видео, поэтому пишите в комментариях все свои самые искренние соображения относительно данного проекта. Ну а я напоминаю вам, что с вами по-прежнему была я, ваша криптоледи. Всем удачи и пока-пока!